Всем привет! Как у вас дела? Вы на канале Яна Кляйн. Сегодня мы будем открывать вот такой чудесный, замечательный набор Glitzy Globes. Там делать нужно украшения от фирмы Disney с принцессами. Давай посмотрим, какие у нас здесь есть принцессы. Вот здесь Аврора и Ариэль. А вот это вот рыбка Ариэль. А это бельчонок, наверное, Авроры. Вот так вот делаются колечко здесь есть. И вот такие вот подставочки, которые можно одевать на палочку. Где здесь палочка-то нарисована или нет? Да, вот на палочку одевать, и там блесточки будут очень-очень красиво, да? Да. Давай попробуем его собрать. Да. Давай. Ну, открывай. Вот так, да. Мы сразу по-жестокому с коробкой обойдемся. Вот, Glitzy Globes, компания Viva делает, да. Вот, оно сверху можно открыть. Вот такой у нас набор. Все выпало, мы открыли вверх ногами. Вот здесь у нас принцессы. Вот здесь емкости, вот такие емкости для шаров. Давай мы расставим это и попробуем сделать. Вот здесь такая брошюра, инструкция. И крышечки. Давай не растеряем. Вот палочка у нас. Это будет посох. Ну что, начнем делать? Вот, мы берем вот такую емкость. Вставляем сюда емкость для шарика, для нашего. Вот здесь у нас таблетки. Это нужно обязательно делать, чтобы родители смотрели тут. Таблетки, блестки. Берем водичку. Наливаем немножко водички. Ой. Берем тряпочку, вытираем все, что рядышком. Вот специальная емкость, чтобы сюда попадала вода. И чтобы не вытирать. А мы так много воды налили, что придется сразу же вытирать. Вот, налили водичку. Берем таблетку с блестками. Вот она у нас в таком пакетике. Вот такие блесточки. Вот, берем одну таблетку. Бросаем. Сейчас оно у нас будет растворяться. Дальше мы берем подставочку и берем принцесс. Что мы, Яночка, сделаем в первую очередь? Колечко или на палочке? Колечко? Да. С Ариэль? Ариэль. Ариэль, да. Вот, в Ариэль. Вот сюда Ариэль на подставочку ставится. Вот так закрывается. Ой, водичка брызгает. Вот так водичка у нас побрызгала немножко, ничего страшного. И нужно как-то зафиксировать, чтобы оно ничего. И таблетка должна раствориться. Будут у нас блесточки, вот такая Ариэль и в колечко ее. И вот у нас колечко с Ариэль, с блесточками. Вот такое колечко у нас, суперское. И сделаем принцессу Аврору. Да. Добавляем водичку. Вот так. Таблетки с блестками. Чтобы она теперь надо, чтобы растворилась. Вот Аврора на оранжевой подставочке будет у нас. Такая маленькая-маленькая Аврора совсем. Такая малюсенькая. На подставочку. И зажимаем. Крепенько-крепенько зажимаем, чтобы водичка не вытекла. Или не брызгала, как в прошлый раз. Да.
Вот такие у нас две принцессы. И делаем подставочку. У нас оранжевая подставочка. Вот такая принцесса Аврора в короне. И где наш посох? Смотри. И вот так одевается на посох. И вот так вот она. Волшебная палочка с принцессой Авророй. И колечко с Ариэль у нас. Делаем наше украшение с рыбкой. Сначала водичка. Да. Таблетка с блестками. Вот в инструкции написано, что она растворяется через пару минут. Ну, нам же не терпится. У нас нет времени ждать. Вот такая у нас таблетка. Давай с рыбкой сделаем, да? Вот такая рыбка маленькая, желтенькая. На подставочку. И зажимаем. Лишняя вода вон выбрызгивается, вся уходит, то, что не нужно. Вот у нас рыбка получилась, таблетка плавает, еще растворяется. Вот такую, да, подставочку ты хочешь? Корзинка. И вот у нас вот такая рыбка. Вот такая рыбка у нас. И делаем с бельчонком. Последнее украшение. Наливай водичку теперь ты сюда. Наливай водичку. Водичку наливай сюда. Аккуратненько. Все, хватит. Молодец. Теперь бросаем. Ну, таблетку бросит папа. Сама? Да. Ну, на одну, только одну. Бросай, бросай. Вот так. Мы вот так зажимаем нашего бельчонка вот здесь вот. Придавливаем, придавливай, Яна. Придави. Вот так, да, здесь надо немножко силы приложить. И у нас почти готов бельчонок вот здесь. И вставляем его вот в свободную корзинку. Вот эти корзинки можно менять местами. Допустим, снять принцессу Аврору. Вот, кстати, Аврора полностью растворилась уже. Вот такая она вся в блестках, блестит, как у Яны браслет. Вот такой бельчонок в корзинке может быть на этой палочке. Его тоже вот так можно, как волшебная палочка. Можно, например, вот у нас есть Ариэль, тоже растворилась уже полностью, блестящая таблеточка. Вытащить Ариэль и поставить, например, Аврору из «Спящей красавицы». И у нас будет вот такое колечко с Авророй, а Ариэль будет сидеть в короне. Вот такая у нас Ариэль, бельчонок, Аврора и рыбка. Яна, кто тебе больше всех понравился? Рыбка? Да. Классная рыбка, суперская, желтенькая, с голубыми плавниками. Обалденный набор, да? Да. Ребята, если вам понравилось, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч, всем пока! Пока!